Хей, всем привет! Йоу, хей, бро! Девочки, я в шоке! Наконец-то у нас появился настоящий парень! Я тоже хочу с ним познакомиться! Всем привет! Меня зовут Богдан, а для друзей просто Бига! Ребята, это не лол-прикол! В моей коллекции появился второй пацан OMG! Возмутительные взрослые парни, guys! И это Кул Лев. Крутой Лева, старший брат для второго по счету мальчика Лол, Скриблса. Я не мог пройти мимо такой крутой новинки OMG и даже оделся под его стиль. Принимаю ваши поздравления лайками. Я очень рад, что он у меня появился. Думаю, мои девочки OMG тоже. Коробка от первой серии отличается тем, что она немного зеркальная. Куколку будем открывать с другой стороны. Арт больше не прячется в тени, а также с обратной стороны мы не видим силуэты других пацанов, кто войдет в эту коллекцию. Кул Лев вышел эксклюзивно. Дизайн коробки по канону LOL OMG. Имя персонажа и чей он старший брат. Эту коробку словно разрисовал баллончиком уличный художник. Виднеются брызги краски, кляксы, подтеки, черные фигуры, контуры. В них даже можно разглядеть человечков-скейтбордистов. И такое оформление для этого мальчика выбрано не просто так. Смотрите это видео до конца и узнаете его точный звездный прототип. Крупным планом арт Кул Лева и его яркий образ. Он нам сообщает: I'm a fashion doll, я фэшн-кукла. Логотипы LOL Surprise OMG, Outrageous Millennial Guys. Вместо girls написали guys. С английского это переводится как ребята. На корешке имя написано в граффити стиле, яркими желтыми буквами. Cool значит крутой, дерзкий, а лев трудолюбивый. С обратной стороны коробки братик Скриблс из арт-клуба. Его имя значит каракули. И изначально я думал, что он косит под рэпера Эминема. Йоу, вылитый Эминем! Я король рэпа, MC Скриблс. И Биг Скриблс. Кра! Но это оказался далеко не рэпер, а что-то ближе к произведениям искусства. Хей, бро, ты меня нарисовал. Классный арт. С обратной стороны арт в полный рост. Крутой Лёва скейтер-бой. И он нам заявляет: OMG! Мы, ребята, расхаживаем в ярком стиле и выделяемся из толпы, потому что мы здесь, чтобы удивлять мир. Значит, будут еще старшие братья для пупсиков. Ставьте лайки, если ждете еще мальчиков OMG. Логотипы LOL Surprise OMG на бирюзовом фоне все те же абстрактные человечки. Логотип Guys выполнен под трафарет для граффити. Внутри коробки 20 сюрпризов, не терпится их открыть. Сверху логотипы и прозрачная ручка, благодаря которой удобно донести этот подарочек до дома. Чтобы открыть коробку кукол LOL OMG, нужно избавиться от блистера. Подтянем здесь! Нас встречают его модные покупки, аксессуары и журнальчик с гороскопом. Кстати, Лёва у нас по знаку зодиака Лев. А вот и арт в полный рост, с его крутым скейтом, который идет в комплекте. Его цитата: «Skate, scribble and roll». Кто-то переводит это как «рулон». Туалетной бумаги. На скейте кататься, красоваться и вращаться. Такие куколки научат нас, как одеваться. Вы первые увидите этого мальчика, а теперь я. А-а-а, какой классный! Вау, красавчик! Такому молду, как у пацанов OMG, больше идет загорелый скинтон. Посмотрите, как он скинул брюки на свою дверку в примерочной. Брательник, покажи им, на что ты способен. С внутренней стороны коробочка из магазина Soul BB. Одинокий малыш. Достаем нашего красавчика. Кул Лев в домашнем аутфите, даже с носочками. Куколка закреплена на прозрачном блистере с подставкой и сюрприз-пакетиком. Внутри этой яркой комнатки настоящее зеркальце. С другой стороны мы видим произведение искусства Кул Лева. Здесь мы четко можем разглядеть скейтбордистов. Контур человечка и скейтборд. OMG! Ребята, Кул Лев на свободе! Он такой клевый! В комплекте полупрозрачная голубая подставка с двумя держателями разных размеров XL и XXL. Эй, Бига, открывай мой скейт!
расписной пакетик из брендового магазина, а внутри скейтборд с реалистичной шуршавой поверхностью. Cool Лев кастомайзер и раскрасил этот скейт сам. Скейт функциональный, колесики крутятся. Лёва, по-братски, покажи пару крутых трюков на скейте. Ну я что, в носках буду кататься? Мне нужны мои кеды. Какая классная прическа. Давайте рассмотрим этого паренька поближе. У Лёвы короткая стрижка. В отличие от своего братика, голова покрыта бархатом. Cool Лев так любит рисовать, что разрисовал даже свою головушку. На светлой части желтые зигзаги, розовое сияющее разбитое сердце и символ хиппи. Этот знак часто представляет мир, доброту, вежливость и надежду. Свободная любовь. Муа. Мы вас с Cool Левом очень любим. Муа. Пускай ваше сердце наполняется только любовью. С левой стороны взрыв ярких красок. Пестрая половинка в зеленых, желтых, оранжевых, розовых и сиреневых цветах с контрастными черными узорами. Я вижу здесь буковки LOL, OMG, ух ты, и XO. И даже бакенбарды у Лёвы искусно изображены зигзагом. В моей голове много креативных идей, и порой им не хватает места. Поэтому я изобразил их прямо на своей голове. Вот где зарождаются все произведения искусства. Бро, да у тебя краска вместо мозгов. У Венер Макфлайтрап бархат на ощупь поприятней. У Cool Лева окрашенная часть головы жесткая из-за краски. А у Венеры это и вправду смотрится как мелкие волосинки. Но хорошо, что с такой креативной задумкой голова не просто окрашена, как у маленького пупсика. Рассмотрим его милое пупсячее личико. У него выпученные глазки, как у котика. Он же все-таки лев. Густые брови, левая бровь выбрита. Глаза серо-голубые, хотя у братика была гетерохромия. Личико плоское, слегка промолдирован маленький носик и пухлые губы персикового цвета. Это губки уточка, я просто люблю всех целовать. У мальчиков OMG маленькие ушки, и они проколоты под сережки. Сравниваю с первым мальчиком OMG Рокер Боем. Мне больше нравится смуглый скинтон Cool Лева. Пишите в комментариях, кто вам больше нравится, Лёва или Рокер. Мне Лёва понравился. Эй, отвали! Ручки мальчиков OMG реалистичные, и кисти Cool Лева заходят до конца. Кисти рук с легкостью вынимаются для удобства переодевания. Футболка темно-синяя в стиле тай-дай с черным воротником и рукавами. Выполнена из стрейч-материала. На ней яркая наклейка, здесь я вижу котика, который катается на скейте. Шорты – очередное произведение искусства. На голубой половинке черные узоры, на ярко-розовой – белые. Висят белые шнурочки-жгутики, по бокам черные лампасы. Настоящие карманы для кукольных ручек. На голубой половинке сзади имитация кармашка. Если приглядеться, можно увидеть мордочку кошечки, скейты, разбитые сердечки и короны. Котик с хвостиком и нимбом. Ты специально такие шорты надел, чтобы мы на них пялились? Если тебя не устраивают мои шорты, я могу их снять. Девчонки, у нас новый мальчик! Шортики на черной резинке. Его комплект нижнего белья дополняет белые носочки с зигзагом. Люблю, когда куклам делают настоящие носочки. Снимаем. О-хо-хоу, какая реалистичная пяточка. Вы только посмотрите. На стопе промолдированы пальчики и морщинки. Это так здорово, что они сделали акцент именно на стопу и на ручке. Они прям как у настоящего человека. Вот даже есть жилки под косточки. Ого! Посмотрите, как совершенствуются куклы от компании MJ. Раньше, например, у мальчиков Bratz ноги были сменные. Это какие-то копыта. Без стопы, просто обувь. А у мальчика Lolo MG реалистичные ступни, еще и шарнирные. Никакого плоскостопия. И посмотрите на ноготочки на пальчиках, как будто недавно сделал педикюр. Сейчас защекотаю. Эй, что же за этим произведением искусства? Снимаем. Опля. А под ними прорисованы голубые трусики с промолдированной черной резинкой. Тело у мальчика OMG стройное. Есть шарниры в руках, голова наклоняется в сторону, шарниры в плечах, локтях и кистях.
Виниловые ножки на щелчках, как и у девочек OMG. Такая вот спинка, ключицы, ямочки на попке. Даже есть кадык и бицепсы. Хо! Слегка выпирают сосочки. Грудь надо подкачать. Ха. Сравнение с телами мальчиков из Monster High. Оно у них было пластиковое, как и ножки. У OMG качественные материалы. А вот по прокачанности побеждает тело из перевыпуска. Эй, Бига, я же опоздаю в музей искусств, а я там самый главный экспонат. Открой мою модную одежду и аксессуары. Бро, шопинг удался! Посмотрим, что в первом чехле. Яркая толстовка! Она расписная с большим капюшоном. Второй чехольчик с каракулями. Действуй, каракуля! Здесь у нас... Штанишки на вешалке! Вешалка у мальчика классическая, не такая, как у девчонок OMG, которая копировала их фигуру. Кто мою комнату изрисовал? Эй, ну я же только начал. У меня же тоже потенциал. Йоу. Здесь у нас мужской значок. Лучше ты на стул присядь, а то упадешь, дружок. Вот и скейты, чтоб сделать трюк. Динозаврик тут как тут. А вот мой сбро – лучший инструмент. Баллончиков с краской лучше нет. Даже лампу в холст я превращаю. От радости сияю. Скриблс, да ты зажег. Также журнал с гороскопом. Так, Лёва у нас по знаку зодиака – лев. Нарисуй свою судьбу и едь по ней. Смело. Две коробочки с аксессуарами. Одна шляпная, другая обувная. Непростые, расписные. Открываем голубую обувную коробку. Под штрих-кодом зашифровано послание «Король на дороге». Распаковываем. Вау, какие они клевые и детализированные. По бокам на них зигзаги. Подошва рельефная и указано, где левый ботиночек, а где правый. Открываем белую большую шляпную коробку с фирменными росписями. Разворачиваем. Вау, сколько всего! Очки, шапка, наушники, рэперские цепи, как поблескивают. Мой братишка настоящий модник. Мода – это тоже искусство. Я примерил свой аутфит. Неотразимый мачо-кул-лев. Вау, это мой старший брат? Такой крутой! Самое время заменить держатель на более широкий, где написано XXL. У Скриблса была кепка, а у старшего братика шапка. Она хорошо тянется и как раз защищает голову от того, чтобы вы не повредили его флоковое покрытие. Шапочка подвернута, и здесь мы видим наклейку «Белый зигзаг». А если паренек собрался на прогулку, то также можно надеть и капюшон. Черно-голубые наушники с разбитыми сердечками. Они выполнены из пластика. Кул Лев любит исполнять трюки на скейте под свою любимую музыку. Наушники-выливки, как у 24K DJ. Лёва, а ты какую музыку любишь слушать? Золотая моя, та, что скрасит творческий процесс. На шее висит золотая рэперская цепочка с подвеской-замочком, и на ней нарисована корона. Носит бойфренд куртку-толстовку. На кармашках черным по белому написано «Love» – «Любовь». Лёва – любвеобильный парень. На правом рукаве зашифрованное послание. Сердечко в скобочках «He» – «Он» и на розовой части «Art». Он – искусство. Совмещаем, получаем слово heart – сердце. Интересный факт, с иврита лев так и переводится – heart – сердце. На левом рукаве призыв «Затегай меня» – это сленг всех граффитчиков. Или зашифрованное кошачье «Мяу». «Затегай» – «Оу». Эти ребята знают толк в уличном искусстве. А теперь давайте посмотрим, что на спине этой необычной кофты. В трендовом сокращении написано «Skate, create, be great». На скейте катайся, лучшим оставайся. Катайся на скейте и будь креативным. Она ярко-малиновая по краям, как и пластиковая молния с веревочками от капюшона. Еще пришит серебристый бегунок. Капюшончик большой, полностью натягивается на его голову. А еще фиксируется веревочками. Все, депресняк.
творческий кризис. Стильные хип-хоп-брюки-джоггеры, черные спортивные штаны с интересным принтом, каракули, которые слегка поблескивают на свету, боковые карманы на коленях, кармашки, между прочим, настоящие, не имитация, с ленточками, а на них крестики-нолики. Ха-ха, крестик? Ой, а где нолик? Я победил! Розовый ремень с металлической пряжкой. И такие же розовые резинки. Дизайнерские кроссовки серые с черной рельефной подошвой. Серебристыми заклепками, черным ремешком, белой шнуровкой. Очень хорошо промолдированные, детализация на высшем уровне. По бокам с двух сторон словно пришиты черные зигзаги. Образ дополняет солнцезащитные круглые очки с зигзагообразными дужками и белым рисунком на оправе. Бойчик при параде. Настал момент узнать, на кого он похож. Прототип Кул Лева – американский художник Кит Харинг. Его прозвали вундеркиндом стрит-арта, ведь он придумал новый стиль уличной живописи. Был звездой 80-х. На то куколки названы миллениалы – стиляги нового тысячелетия. Отсылки присутствуют в дизайне, оформлении, образе и даже семейке Скриблса. Не случайные эти мультяшные человечки, которые являются основой многих работ художника. Быть художником – большая ответственность. Окрас прически Левы напоминает Тутамондо стиль, фреску Кита Харинга из 90-х. Тутамондо – еще модно. Кит Харинг способствовал рождению совершенно нового жанра художественного самовыражения. Картина как дитя, здесь нужен трепетный подход. Я не могу рисовать, когда стоят над душой. О, художник. Сходство с кроссами, коронами братишек, мужского символа на фоне и очками вундеркинда. В их семейке питомец-собачка, прям как с картины, лающая собака. Даже выходила такая коллекционная Барби в стиле Кита Харинга. Мамочка для этой семейки художников. Я рад, что разнообразил свою коллекцию таким крутым пацаном. Он стильный, оригинальный. Ребята, пишите свое мнение в комментариях. Творите, создавайте, будьте собой, будьте уникальными. Следуйте за мечтой. С вами был Бига, увидимся в новых видео. Всем пока!